Смертельное ДТП под Белорецком. Челябинец стал виновником страшной аварии в Башкирии. На этих фото последствия жуткого ДТП. 21-летний житель Южного Урала, управляя Тойотой, на повороте не справился с управлением и влетел в Hyundai, в салоне которого находилась семья. От удара в лоб иномарка улетела с обрыва и загорелась. Людей из горящего автомобиля пришлось спасать очевидцам. В машине был 1,5-годовалый малыш. Свидетели аварии руками разбили стекло и перерезали ремень безопасности, чтобы достать ребенка из полыхающей машины. Позже вытащили его бабушку с дедушкой. Правда, их жизни врачам спасти не удалось. Сейчас медики спасают 31-летнюю мать малыша, которая находилась за рулем иномарки. Предполагаемый виновник ДТП также в больнице. А на улице энтузиастов рекламный щит упал на машины. Возмещать ущерб автомобилям, скорее всего, придется руководству супермаркета, которому принадлежит конструкция. Скорее всего, она просто не была закреплена. Под Магнитогорском водитель за рулем Mitsubishi Pajero задавил теленка. Животное переходило дорогу вместе со стадом, и по неустановленным причинам столкновение с ним не удалось избежать. А это видео в редакцию 31-го телеканала прислал очевидец. Большой груз столкнулся с легковушкой. На место ДТП уже прибыли сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.